Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате Авадарт, который выпускается в виде капсул. Действующее вещество – дутастерид. Относится к препаратам для лечения урологических заболеваний. Применяется при лечении и профилактике доброкачественной гиперплазии предстательной железы, вызванной повышенным образованием гормона дигидротестостерона. Уменьшение размеров предстательной железы, снижение болевого синдрома, улучшение мочеиспускания, снижение риска возникновения острой задержки мочи и потребности в хирургическом лечении. При монотерапии рекомендуется применять Авадарт по одной капсуле один раз в сутки внутрь. При комбинированной терапии рекомендуется принимать 0,5 грамма Авадарта в комбинации с тамсулозином в дозе 0,4 миллиграмма один раз в сутки. Капсулу следует принимать целиком, не разжевывая и не открывая, поскольку контакт слизистых с содержимым капсулы может вызвать раздражение ротовой полости и глотки. Препарат принимают вне зависимости от приема пищи. Несмотря на возможность довольно быстрого улучшения состояния, лечение следует продолжать не менее 6 месяцев для объективной оценки действия препарата. Если вы забыли принять препарат, не принимайте дополнительную дозу для компенсации пропущенной. Просто примите следующую дозу препарата в обычное для вас время. Противопоказания – это известная гиперчувствительность к дутастериду или любому компоненту препарата, а также к препаратам группы ингибиторов 5-альфа-редуктазы. Также препарат противопоказан женщинам в детском и подростковом возрасте до 18 лет при тяжелой печеночной недостаточности. Спасибо за просмотр! Будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.